Если пляжным футболом и волейболом уже никого не удивишь, то пляжный теннис пока в числе видов спорта экзотичных. Но только не для Сочи. Для города, который принял первый в России национальный чемпионат. Случилось это в 2010 году. А вообще в теннис на пляже впервые начали играть в Италии чуть больше 30 лет назад. А уже в 2007 его официально признали самостоятельным видом спорта, у которого сразу появились сотни поклонников по всему миру. Это, знаете, очень хорошо тем, что многие ребята, ну, в теннисе большом, да, не выполнили того результата, кого хотелось, а уже играть не могут. А здесь играют все, и они могут также выполнить мастера спорта, КМС, разряды поднять. У большого тенниса и пляжного отличий немало. Размер корта, высота сетки, форма ракетки и мяча и способ его приема. Мяч отбивают с лету. В Сочи этот вид освоили почти все спортсмены, которые играют в привычный большой теннис. Сами занимаемся большим теннисом, но недавно начали заниматься пляжным теннисом. Очень заинтересовал, очень интересный вид спорта. Очень нравится, рядом море, то есть хорошая обстановка, музыка играет, песок, все очень красиво сделали, приятно прям находиться, играть. Чемпионат Краснодарского края по теннису провели на новом песчаном пляже в Меретинской долине. Бороться за призы турнира в Сочи приехали полсотни игроков из Армавира, Горячего Ключа, Краснодара и Абхазии. В числе явных лидеров были и Сочи, призеры чемпионата России. Мы сейчас на данный момент первые номера сборной Краснодарского края. Регулярно выступаем на чемпионате России. Выступаем очень успешно. В первую очередь мы призеры России по пляжному теннису. Мы заняли третье место. И чемпионы Краснодарского края уже неоднократно. Действующие на данный момент. На этот раз титул чемпиона в паре Гаспарян-Гавриков удержать не удалось. На соревнованиях они стали третьими, уступив двум сочинским дуэтам. Вообще все медали краевого чемпионата достались нашим теннисистам. И в соревнованиях женских пар, и в смешанном разряде. Чемпионат края не последний турнир для курорта. Уже известно, в 2019 году Сочи примет первые всемирные пляжные игры. В программу турнира включен и пляжный теннис. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.